Всем здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Катунь-24. С вами Анна Москаленко, и в начале выпуска коротко расскажу о главном. Предполагаемого похитителя школьницы из Бийского района задержали в Республике Алтай. Об этом сообщают в Следственном комитете России. Подробности в выпуске. Двукратный призер летних игр в Токио бийчанин Сергей Каменский получит государственную награду «Орден за заслуги перед Отечеством второй степени». Жильцы многоквартирного дома на улице Смирнова опасаются, что однажды потолок рухнет им на головы. Дом давно признан аварийным. Как быть? Наши корреспонденты узнавали подробности. Предполагаемого похитителя школьницы из Бийского района задержали в Республике Алтай. Об этом сообщают в Следственном комитете. В СМИ уже появлялась информация о том, что Олег Лавкин мог скрыться в соседней республике. Но правоохранительным органам не удавалось его найти почти две недели. Напомню, 31 июля 12-летняя девочка из села Мало-Енисейское не вернулась домой после велосипедной прогулки. Двое суток сотрудники МЧС, полиции, волонтеры и местные жители осматривали окрестности в поисках девочки. Свидетель заметил транспортное средство, на котором, как предполагалось, могли похитить девочку. После обхода дворов и изучения следственными органами транспортных средств жителей, предполагаемый похититель мог испугаться и отпустить девочку. Утром 2 августа она сама вернулась домой. С тех пор ее односельчанин Олег Лавкин находился в федеральном розыске. В селе Санниково отремонтировали часть школы для занятий начальных классов. Средства на ремонт учреждение получило после победы в конкурсе «Я считаю». В начальном звене отремонтировали стены, потолок, заменили двери и окна, а также закупили новую мебель. В рамках конкурса школа получила 350 тысяч рублей. Еще 40 добавили спонсоры. Конкурс, я считаю, направлен на получение средств из краевого бюджета для развития объектов школьной инфраструктуры и улучшения учебно-воспитательного процесса. Победители объявили в конце марта. В этом году на конкурс поступило 83 заявки, одобрены 64 из них. Жильцы многоквартирного дома на улице Смирнова опасаются, что однажды потолок рухнет им на головы. Дом давно признан аварийным, но до переселения ждать еще несколько лет. Наша съемочная группа побывала на месте. В 11-й квартире барнаульского дома на Смирнова, 79, сейчас живет 6 человек. Это семья с двумя маленькими детьми, инвалид-колясочник и бабушка 76 лет. Штукатурка с потолка давно обваливается во всех комнатах. В феврале этого года очередь дошла и до Татьяны Павловны. Она была на кухне, когда большой кусок штукатурки упал на пол. Пенсионерка позвонила в ЖЭУ. Утром сотрудники приехали и установили временную балку. Временную, как и весь дом. В 2014 году его признали аварийным, а значит, подлежащим расселению и сносу. Я прям не знаю даже, что делать. Так и помру. Дедушка не дождался расселения, и я теперь не дождусь расселения. Случившееся Татьяну Павловну не удивило. Она живет в этом доме с 18 лет. Каждую весну потолок протекал, и каждый раз жители дома обращались в районную администрацию с жалобами. А чтобы штукатурка не упала ночью на голову, женщина просто отодвинула кровать подальше от окна. И не зря. Она уже давно так стоит, потому что там, я вижу, что все время смотрю, что она начинает обвисать. Обвисала, мокро все было, поэтому я же вижу это, говорю, давайте будем отодвигать кровать. В 2019 году дом вошел в федеральную программу о расселении граждан из аварийного жилищного фонда. С тех пор удалось переселить 17 семей. По условиям программы дом должен быть полностью расселен до 31 декабря 2023 года. Но очередь на расселение большая. В Барнауле сейчас больше 200 домов признаны аварийными. Их жильцам администрация предлагает ждать своей очереди во временном жилье. Воспользоваться либо 161-м решением Барнаульской городской думы, это то есть компенсация арендуемого помещения за счет органов местного самоуправления, либо воспользоваться маневренным фондом до момента их расселения из аварийного жилищного фонда. Татьяне Павловне сразу предложили переехать во временное жилье, но пенсионерка и думать не хочет о лишних переездах. Да и передвигается женщина с трудом. Нескольким семьям удалось ускорить процесс переселения через суд, который обычно остается на стороне жильцов. Тратить силы на судебный процесс Татьяна Павловна тоже не хочет. Сотрудники ЖЭО убедили ее переехать хотя бы в соседнюю комнату, когда та освободится. Там безопаснее. Около 3 лет назад, после обрушения, в ней отремонтировали участок крыши. Ну я, видишь, на балку теперь надеюсь. Я то боялась, а теперь раз поставили, я уже не так боюсь.
Она сегодня же была женщина. Я говорю, надо еще одну поставить балку, чтобы туда вот к окну. Жители дома опасаются, что когда опустеет больше квартир, появятся мародеры. Да и соседи часто поступают неблагоразумно. Одни забрали с собой при переезде входную дверь, а другие батарею. Поэтому пока неизвестно, как дом перенесет эту зиму. Юлия Шаламова, Денис Кузьменко, Сергей Седых. Новости. Мастер-классы по самообороне и работе служебных собак прошли для воспитанников Куйбышевского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Их провели сотрудники уголовно-исполнительной системы. Сегодняшнее мероприятие – такое нетрадиционное мероприятие. Нашим детям, для наших детей оно особенно важно, потому что ребята увидели силу, мощь людей в погонах. Многие, я думаю, захотят пойти получать образование для того, чтобы пойти работать потом в эту систему. 33 воспитанникам центра сотрудники продемонстрировали возможности служебных собак в поиске запрещенных веществ и задержании преступников. Это невероятные эмоции. Всегда, когда к нам приезжают с подобными мероприятиями, это несет за собой определенный заряд энергии. Так же, как сегодня, нам показали классные действия, спецназ, как защищаться, методы самообороны. Также в подарок ребятам они подготовили большой торт. С детьми полезны любые мероприятия, особенно те, которые воспитывают в них правопорядочный образ жизни. Те мероприятия, которые воспитывают в них патриотизм, спорт, любовь к спорту. И просто к здоровому образу жизни. Двукратный призер летних игр в Токио, бичанин Сергей Каменский, получит государственную награду – орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. С высокими спортивными результатами Сергея поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. На встрече побывал Глеб Полянский. На Токийской Олимпиаде Сергей Каменский дважды поднимался на пьедестал за наградами. Спортсмен стал вторым в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. До этого наш земляк вместе со своей напарницей Юлией Каримовой из Ижевска завоевал бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Такие высокие награды, и серебро олимпийское, и бронза олимпийская – это то, что надо завоевывать, к чему надо идти, конечно, годами. И мы все очень за вас рады. Спасибо. Сергей Каменский – опытный спортсмен, и для него это далеко не первые международные соревнования. Еще в 2016-м в Рио-де-Жанейро он завоевал олимпийское серебро. Стрелок готовился выйти на пик формы еще в 2020-м, но Олимпиаду перенесли на год из-за пандемии. Бичанин провел это время в упорных тренировках. На Рио от меня никто ничего не ждал, потому что первая Олимпиада, и очень-очень мало опыта у меня было международного. А здесь от меня уже конкретно ждали. Да. Ну и я сам от себя, конечно же, тоже ожидал, но я настраивался именно на результат. Я знал, что высокий результат обеспечит мне место на подиуме. Какое место, я не знал, но я бы старался сделать максимальный результат. В общем-то, это и получилось. Достижение высоких результатов в спорте невозможно без многолетних тренировок, и в каждом виде спорта своя специфика. Сергей Каменский и его наставник, заслуженный тренер России Игорь Каменский, рассказали о необходимости замены устаревшего оборудования в бийском тире, где тренируется спортсмен. Глава региона поручил министру спорта Алексею Перфильеву решить проблему. Раз у нас есть такая школа, есть система подготовки, есть спортсмены, которые высочайших успехов достигают, то, наверное, кроме нас некому будет этот вопрос порешать. Давайте мы подумаем, что можно сделать. Алексей Перфильев подчеркнул, что поручение губернатора выполнят в ближайшей перспективе. Работу в этом направлении уже ведут. В 2020 году было принято уже решение и выделены были средства порядка 10 миллионов на ремонт и 2 миллиона на спортивное оборудование. Был сделан первый шаг. Сейчас мы были у Виктора Петровича. Победы наших спортсменов подсказывают нам о том, что надо поддерживать развитие спорта. Поэтому есть прямое поручение
необходимые средства будут доведены для того, чтобы закупить и оборудование, и установки, ну и, соответственно, еще расходный, так называемый, материал – это пульки. Вот. Порядка 8 миллионов рублей необходимо для того, чтобы здесь уже по последнему слову техники мы смогли оснастить то место, которое ранее было отремонтировано. Из-за переноса летних игр 2020 года на 2021 времени до следующих стартов такого уровня остается не так много. В 2024-м Сергей Каменский намерен выступить в составе сборной страны на Олимпиаде в Париже. Поэтому уже зимой он начнет интенсивные тренировки. Глеб Полянский, Дмитрий Козерлыга. Новости. Лошадей уникальной новоалтайской породы разводят в нашем регионе. Эти кони востребованы по всей России, в Казахстане и в Беларуси. На оценке и таврении лошадей побывала наша съемочная группа. Лошади новоалтайской породы универсальны. Их используют и для перевоза тяжелых грузов, и для скачек, и для потребления в пищу. В алтайских лугах занимаются спортивным коневодством и продают лошадей по всему миру. Ближайшая реализация осенью. Наши лошади живут круглый год при подобонном беневочном содержании. То есть ее не надо ни кормить, ни поить. Она как медведь, сама по себе ходит на горе. При этом большая, толстая и вкусная. Качество мяса высочайшее. 23% белка. Убойный выход осенью, где-то в ноябре месяце, более 60%. Так что это весьма-весьма показатели существенные. Мы проводим сейчас оценку лошадей по качеству, по виду, по всему. Для селекционной работы. Кого-то отбираем, кого-то оставляем, кого-то убираем. И в то же время мы оцениваем молодняк текущего года. Мы смотрим, сколько у нас от кобыл родилось жеребят, какие проблемы, почему там получается, что именно так получилось. Сельхозпредприятие работает четвертый год. В начале 2021-го алтайские луга вошли в реестр племенных хозяйств в России по коневодству, а в конце прошлого года – крупнорогатому скоту. Здесь разводят овец, индюков, рыбу и грибы. Экологически чистой продукцией снабжают курорт Белокуриха. Для того, чтобы обеспечивать кормовой базой предприятия, мы начали заниматься растениеводством. Мы распахали уже порядка 500 гектар, продолжаем заниматься зерностенажом. То есть все линия выстроена от земли и до конечной продукции. Я думаю, мы эту историю будем развивать. В планах хозяйства развивать алтайский туризм. Сельхозпредприятие хочет показывать жителям и гостям края животноводческие, садово-огородные и рыбные комплексы, индюшинную и грибную фермы и делиться опытом о создании и уходе за собственным фермерским хозяйством. Сейчас алтайские луга участвуют в гранте на запуск гастротуров. Анна Москаленко, Дмитрий Козерлыга. Новости. День физкультурника уже завтра отметят все любители активного отдыха, причем разных возрастов. Жителям Барнаула, который своим примером показывает, что вести здоровый образ жизни можно и в преклонном возрасте, пообщалась Дарья Кончина. В свои 92 года Юрий Першин ежедневно занимается спортом. 2 года назад, в день рождения, он получил золотой значок «Готов к труду и обороне». Активный образ жизни начал вести еще в молодости, когда стал работать корреспондентом в районной газете. Каждый номер газеты я давал 2-3 материала. Стали люди удивляться, как это так? А надо бы иметь подвижный образ жизни. Вот где пригодилась мне физкультура как таковая. Физические нагрузки и здоровое питание – залог долголетия. И даже после серьезной болезни ежедневные занятия спортом никто не отменял. Внуки мои, понимающие, подарили мне грушу. Груша, вот такая груша. И у меня дома перекладина. Я на эту перекладину ее повесил. И ежедневно 2 руками, левой, правой, наношу много ударов. Юрий Михайлович ни дня не живет без тренировок. Впрочем, как и без поэзии. Он выпустил 7 сборников стихотворений, в том числе и о физической культуре. В этом, пожалуй, и кроется секрет счастливой жизни. Самое главное, конечно, любить жизнь. Кто любит жизнь? А кто движется? Секрет долголетия как раз не пить, не курить. И еще добавлю важное. Никогда ни с кем не ссориться. Ссору погасить на корню.
У него 8 внуков и 13 правнуков, которые поддерживают Юрия Михайловича во всех начинаниях. Кстати, в преддверии Дня физкультурника он даже написал гимн ГТО. «Готов к труду и обороне любой из нас, мы не уроним из рук родно наш триколор. Всем, кто грозит, дадим опор». Дарья Коншина, Денис Кузьменко. Новости. Пока это все новости. Смотрите телеканал Катунь 24. До встречи!